Организация лидеров «Молодая гвардия Единой России» отмечает свое 18-летие. Отделения «Молодой гвардии» созданы по всей стране. Самое крупное находится в Московской области, свыше 9 тысяч активистов. Молодогвардейцы городского округа Щелково регулярно принимают участие в акциях и мероприятиях, организованных местным отделением партии «Единая Россия», а также самостоятельно выступают организаторами различных экологических, патриотических и политических акций и проектов. На сегодняшний день у нас именно в городе Щелково порядка 50 активистов, но Щелково у нас городской округ довольно большой, поэтому мы сейчас стараемся развиваться по разным поселениям, поэтому недавно у нас появились активные ребята в Медвежьих озерах, очень активные ребята в Монино. И планируем тоже открыть первичное отделение в Африаново. То есть везде есть активная молодежь, которая хочет заниматься общественной деятельностью, и мы стараемся их привлечь. Для многих ребят МГЕР стала вторым домом, помогла найти друзей, воспитать в себе лидерские качества и определиться с выбором жизненного пути. В первую очередь, молодая гвардия – это семья. У нас тут ребята абсолютно разных интересов, из разных семей, из разных культур. Главное – это, наверное, волонтерство. То есть мы ведем огромную работу непосредственно в городском округе, в Московской области. И, наверное, ребята больше всего привлекает именно возможность помогать людям и быть полезными. Каждый день волонтеры «Молодой гвардии» оказывают помощь нуждающимся, проводят патриотические акции, субботники и образовательные форумы, реализуют социально значимые проекты. Практически с самого начала СВО активисты собирают гуманитарную помощь, пишут письма поддержки, вяжут теплые вещи, оказывают помощь семьям мобилизованных. Мы сейчас как раз собираем отправку в город Мариуполь. Повезем теплые вещи нашим бойцам, в больницу вещи. Поэтому у нас работа-то ведется непрерывно. Сейчас, естественно, акцент у нас на специальной военной операции. Мы стараемся всеми силами помочь нашим воинам, но также и не забываем про семьи. То есть мы адресно выезжаем вместе там, с депутатами, вместе с коллегами, поздравляем с праздниками, оказываем адресную помощь. Молодая гвардия всегда уделяла внимание здоровому образу жизни, поэтому спортивные состязания всегда занимали в деятельности активистов особое место. Спорт – это у нас отдельное направление, на самом деле. У нас огромное количество спортивных мероприятий. Причем очень интересно, что спортивные мероприятия, которые вы можете увидеть у нас в городе, их организовывают сами наши ребята. История успеха молодой гвардии строится на неравнодушии каждого молодогвардейца. Филипп Чернов решил стать частью МГЕР 5 лет назад. Занимался волонтерством, организацией мероприятий, общественной деятельностью. Со временем мы работу начали замечать. И тогда мне предложили уже должность заместителя руководителя местного отделения. И потом уже стал руководителем местного отделения. Вот. И совсем недавно, вот, наверное, около полугода назад, предложили занять должность исполнительного секретаря партии «Единая Россия» в городском округе Фрязино. Вступление в ряды молодой гвардии – это не только возможность заниматься волонтерством и быть в центре событий. Организация стала площадкой для реализации своих проектов. Возможностей очень много, и вот спектр того, чем мы занимаемся, спектр, он очень широкий. Поэтому мы, в принципе, каждому волонтеру, каждому активисту, который к нам приходит, мы стараемся подходить адресно и вот предлагать то, что ему реально будет интересно. Ну и, естественно, у нас есть общие темы, в которых мы все дружно принимаем участие, да, это различные акции, да, там вот работа в рамках специальной военной операции, это поддержка нашего главы Андрея Алексеевича Булгакова, губернатора и президента. Поэтому я и сказал, что мы одна большая дружная семья. Сегодня сложно представить общественную жизнь городского округа Щелково без этих ребят. Впереди еще множество планов, проектов и новых вызовов. Стать частью молодой гвардии можно, заполнив анкету на сайте.